Всем привет! Для тех, кто соскучился по рыжеволосой красотке Скарлетт Йоханссон, на этой неделе с ее участием выходит новый фильм «Первый мститель. Другая война». Ну что, выходные хорошо погуляли? Из моей компании в живых только я, а новых друзей нет. Шпионский боевик снят по комиксам фантастики. Сразу несколько известных супергероев из разных голливудских фильмов вселенной Марвел объединяются в борьбе против зла. Их цель – разоблачить врага, проникшего в систему безопасности антитеррористической организации ЩИТ. В бой идет легендарный символ страны – Капитан Америка. Его сыграл накачанный Крис Эванс. Напарницей героя стала Йоханссон, а точнее ее персонаж – Черная вдова. Сладкая парочка в кадре целуется и в драках под мощные треки смотрится органично. Музыку к фильму, кстати, написали российские композиторы. Критики рассмотрели в экшене за 170 миллионов аллюзии на классику и интерпретации реальных политических интриг. Так что есть повод приглядеться. Фанаты ужасов, собирайтесь в кино. На большие экраны запускают украинский триллер «Синевир». Слышали? Что это было? По сюжету действие разворачивается в 70-х годах в СССР. Собрались студенты отдохнуть на озере в Карпатах. В ночи один из местных рассказывает, что тут раньше водились люди с головами собак. После этого в темноте начинают происходить страшные вещи. Кровь, тени, все оказывается на своем месте в мистическом хоррор-фильме. Картина получила гран-при на московском 3D-стереофестивале. А на волне успеха «Вия» имеет шанс стать кассовой. Тем, кто полон теплых чувств, этой весной кинопрокатчики предлагают посмотреть любовную драму «Китайская головоломка». Я переезжаю в Нью-Йорк, и я забираю детей. Что? Опять главный герой Ксавье, и снова он в поисках идеальной женщины. Это информация для тех, кто видел предыдущие работы французского режиссера Седрика Клапиша, фильмы «Испанка» и «Красотки». Эти картины предваряют китайскую головоломку. В новом фильме есть размышления о подмене реального общения электронными средствами связи, о подгоняющем нас темпе современного бытия. Головоломку, несомненно, украсила милая Одри Тату. Четвертой части режиссер не планирует, хотя кто знает, может, сложная тема любви как-нибудь еще раз вдохновит его на творчество. Не жалейте времени на хорошие фильмы. Встретимся в кино!